Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как попасть в первый класс? Каковы критерии отбора лучшего педагога? И какие образовательные инициативы обсуждаются сегодня? Об этом говорим. И в нашей студии начальник отдела организации деятельности общеобразовательных учреждений городского департамента образования Татьяна Лапшова. Заместитель директора Центра развития образования Светлана Апасова и директор лицея «Созвездие 131» Людмила Басис. У нас прямой эфир. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Если у вас есть вопрос, который касается сферы образования. Здравствуйте, Светлана Владимировна, Татьяна Евгеньевна, Людмила Борисовна. Здравствуйте. Ну, давайте начнем, наверное, с самой актуальной на нынешний день темы. С приема в первый класс, потому что я знаю, что есть определенные даты зафиксированные, которые нужно не пропустить, иметь в виду и к ним даже, может быть, готовиться. Расскажите, пожалуйста. Да, это абсолютно верно. Сейчас самая горячая тема – это прием в первый класс. Тем более, что он у нас уже стартовал. 16 декабря у нас пошел прием в образовательное учреждение, за которыми закреплена вся территория городского округа Самара. Это лицеи, гимназии, школы ИКТЛИКС, Вальдорфская школа. И 30 числа в 9:00 у нас стартует прием во все остальные общеобразовательные школы, которые имеют территориальное закрепление. Поэтому, естественно, родители сейчас очень волнуются, внимательно изучают все инструкции. А вот хотят... 9:00, о чем это говорит? Вот что в 9:00 должен сделать родитель в начало приема? В 9:00 родитель должен выйти на сайт АСУРСУО. Именно на этот сайт я обращаю внимание, вот именно родители, которые планируют поступать в учреждение городского округа Самара, и начать заполнить заявление в электронном виде на этом сайте. Как только заявление будет заполнено, нажимается кнопочка «Заявление», отправляется в базу, и через какое-то время оно приходит уже непосредственно в образовательное учреждение, в которое хотели бы, чтобы попал их ребенок. А вот нужно ли опасаться того, что ребенок не попадет в то учреждение, которое рядом, в которое хотят устроить его родители? Такое может быть, случиться или нет? Вы знаете, так вот, если... я думаю, что опасаться не нужно, потому что вот этот эмоциональный, так сказать, накал, да, он может помешать родителю заполнить правильно заявление, может нажать кнопку ранее 9 часов, и тогда это заявление не будет принято к рассмотрению. Поэтому нужно обязательно сохранять хладнокровие, тем более, что многие наши родители репетировали уже на этом сайте, они знают, как это делать. Поэтому нужно просто четко заполнить все необходимые поля. А какие-то есть проблемы типичные, о которых можно рассказать, чтобы родители не повторяли вот таких ошибок? Допустим, я знаю, что вопросы с пропиской актуальны, потому что молодые семьи живут не там, где прописаны, может быть, снимают квартиру, может, они прописаны, ребенок не прописан. Вот как-то это регулируется. Предварительно можно эту информацию у кого-то узнать? Да, во-первых, вся информация есть на сайтах образовательных учреждений, есть информация на сайте департамента образования. Кроме этого, приема в образовательное учреждение предшествовала большая информационная кампания, которую проводили, в частности, директора всех школ, и в том числе даже приглашая родителей близлежащих садиков. Поэтому о том, что нужно сделать, они знают. Что касается регистрации, то вот сейчас первая волна, так называемая, 30 числа, она только для тех, кто имеет закрепление за этим образовательным учреждением. А подтверждение закрепления – это же, конечно, регистрация. Неважно, временная или постоянная, но, тем не менее, должны быть зарегистрированы по данному адресу. И те, кто хотели бы попасть в эту школу, но не имеют регистрации, они могут подавать уже значительно позднее, когда будет объявлен прием на свободные места. Об этом можно узнать в каждом конкретном образовательном учреждении на сайте, когда это будет прием именно на свободные места. Хочу обратиться к телезрителям. Если у вас есть вопросы по тому, что по приему детей в первый класс, пожалуйста, звоните, у нас прямой эфир 202-11-22. Но сфера образования – это очень активная сфера, и в это же время, когда идет прием в первый класс и проходит еще форум образовательных инициатив, это вообще форум, который проводится в каждом городе, или вот ежегодно какой-то один город выбирается? Светлана Владимировна. У нас был городской форум, мы его придумали сами. После того, как 3 года назад у нас появились городские проектные планы,
площадки, проекты на год, инновационные проекты. Появился конкурс проектных инициатив, на основании которого мы выбираем лучшие инициативы, проекты, которые реализуются в течение года. В конце года нужно подвести итоги, но не учебного, а финансового. И поэтому вот мы подводили итоги вчера на базе новой школы, в 57-й школе, был городской форум, 38 площадок, учреждения образования и школы, и лицеи, и учреждения дополнительного образования показывали итоги своих наработок за год, своих инноваций. И можно сказать, что вот форум уже проходил третий год, каждый раз мы пробуем что-то новое. В этот раз у нас было электронное голосование, в этот раз у нас выбирались лучшие проекты, и в этот раз у нас проходили круглые столы, ну и выставка тех продуктов, тех наработок, что площадки наши наработали. А вы сказали электронное голосование, а кто, судьи, кто, так скажем, кто голосует? Пожалуйста, вы знаете, во-первых, вот традиционно на каждом форуме третий год у нас проходит общественная экспертиза проектов. То есть это все... Это не только вот профессиональное сообщество педагогов, это профессиональное сообщество, это и не только руководители образовательных учреждений, но и учителя, и те, кто работает в качестве социальных партнеров со школами при реализации проектов, они имеют возможность прийти на этот форум и проголосовать. Что значит проголосовать? Это отдать свои предпочтения тому проекту, который показался самым интересным, самым актуальным, то есть то, что, в общем-то, действительно заинтересовало данного слушателя. И электронная система голосования, которая была, она позволила более объективно оценить, то есть наши слушатели вчера оценивали самые лучшие стендовые презентации. Mm-hmm. Наши слушатели вчера оценивали лучшие доклады, которые звучали. То есть то, что действительно вызвало интерес. И самое главное, что, наверное, таким вот критерием, который оценивался, это реалистичность этого проекта, его актуальность и возможность трансляции. Потому что каждый руководитель, каждый педагог, который находился в качестве слушателя, они оценивали этот проект и применяли его непосредственно к своему образовательному учреждению. Да. Что можно взять из этого, какие идеи для того, чтобы потом реализовать. Абсолютно верно. Людмила Борисовна, а вы участвовали вот в этом форуме? Да, мы вчера тоже представляли две своих площадки. У нас в этом году было вот в 16-м две площадки и в 17-м две. Направления, будем так говорить, разные. Ну, одно направление у нас, я вот хотела бы еще добавить, ведь вот эта проектная площадка, это не вот себе школа выдумывает на один год. Это определенные наработки, с которыми она должна выйти, показать, что мы уже вот в этом плане что-то делаем, и мы можем достичь там большего результата. И вот тогда нам дают вот эту вот возможность быть проектной площадкой. Поэтому вот у нас одна проектная площадка, это связано с межпредметностью и междисциплинарным обучением. Это здесь мы с 95-го года уже внедряем программу «Одаренный ребенок», и есть такой прекрасный курс междисциплинарного обучения Психологического института Московского, это Российской академии образования. И там у нас учителя обучаются, где-то уже в коллективе 26 человек уже владеет этой методикой. Про одаренных детей поговорим. Звоночек у нас есть, поэтому не хочу, чтобы зритель долго ждал. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Добрый вечер, я Елена Ивановна, бабушка, внучка, которая пойдет в первый класс. Общеобразовательная какая-то система под именем «Белые вороны». Это что такое? Объясните, пожалуйста. А где, в каком месте? Вот, школа? Понятно. Спасибо. Вы знаете, Елена Ивановна, ваш вопрос, простите, поставил меня в некий тупик. О такой системе, Людмила Борисовна, очень бы хотелось, чтобы мы смогли ответить на ваш вопрос. А вот телефон контакта или куда добры, обратиться? Пожалуйста, перезвоните в департамент образования, телефон 332-23-25. Я постараюсь завтра получить информацию, но, честно говоря, о такой системе вот мы, работники системы образования городского округа Самара, не слышали. Да, что-то интересное, новое, не могу.
могу ответить на этот вопрос, конечно, к сожалению. Такая тема даже, можно сказать, тревожная, потому что мало ли что, это обязательно, хорошо, что такая информация поступает, это все обязательно нужно проверять. Ну да, конечно. Ну вот одаренные дети, это, конечно, чудесное, мне кажется, вот направление, потому что нужно понимать и педагогу, в чем одаренность, как ее развивать и выявлять, и у вас это направление просто действует. Да, вот эта вот программа междисциплинарного обучения, она идет как бы в кон нового вот этого федерального государственного образовательного стандарта. Поэтому мы и вышли вот с инициативой этой проектной площадкой. И в этом году будем продолжать эту программу, только немножечко уже в другом направлении, в другом ракурсе. И вторая, вот у нас проектная площадка, связанная с робототехникой. Вы знаете, мы с 2014 года начали развивать это направление, с 2014, сейчас вот 2016 год, 2017, да, будем так говорить, 2 года. За 2 года, благодаря, конечно, тому, что все-таки департамент образования оказывает материальную поддержку, потому что нам выделяли средства для закупки именно оборудования, у нас развивается очень тесное сотрудничество с доп. Образованием, например, центр там «Радуга успеха», преподаватель приходит. И у нас уже несколько видов вот этого вот направления робототехники к этому году мы достигли. Это, конечно, беспилотные летательные аппараты. Дети запускают, изучают аэрокаркас «Самары», определяют, где какая загрязненность воздуха. Вот делали они проект в прошлом году. В этом году проект предложили такой, значит, определить уровень озеленения, например, вот мы в Советском районе, так. Советского района, и как бы откликнулась администрация района, потому что вместе мы потом будем смотреть, вот какие очаги нужны для того, чтобы там высаживать деревья. Кроме всего прочего, вот у нас с прошлого года появилось новое направление, это Ардуино. Это вот эти это вот нужно роботы, ходящие роботы, да, те летающие, те ходящие роботы, дети уже как бы тоже занимаются программированием. И еще мы уже начали с 3 класса заниматься лего-конструированием. То есть дети на занятиях, доп. Образования, вот неурочной деятельности, они там строят специальные модельки. Что самое интересное, что, конечно, вот это направление робототехники, это не просто нужно сделать и собрать вот готовый его. Так. Это нужно изучить программирование, это нужно составить программу, по которой оно будет летать или будет ходить, или будет там двигаться. Да. То есть это уже упирается в более глубокие знания. И дети в этом году, вот у нас, когда выбирали вот в 2016 году внеурочную деятельность, конечно, огромное количество вот 5-6 классов, они, конечно, робототехника. А те, которые постарше, они уже выбирали сайтостроение, программирование. Ну, то, что, там, они, то, что да, сегодня актуально, обеспечивает летание. Даже вот материальное есть, положение. Потому что мы выпускаем детей, у нас большая часть детей это идут в наш национальный университет, бывший аэрокосмический, потому что направление физико-математическое. Да. Но в то же время вот химико-биологическое направление. И вы знаете, вот я просто хочу сказать, что вчера не только форум открылся, вчера открылся в Национальном университете большая конференция, где дети, и наши тоже, которые занимаются и робототехникой, и программированием, они приходили туда, и уже была прямая связь с космонавтами. Поэтому, понимаете, здесь вот это направление, оно настолько актуально, оно настолько развивающее детей, оно настолько вот в кон нашей теперешнего, будем так говорить, положения нашей страны, необходимости развития, что, конечно, это вот большие вот интересные вещи. Это замечательно, что все это имеет практическое применение, и выбор специальности, будущей профессии, реализации. Вот я как раз хотела про это и спросить, потому что вы сказали, что уже 3 года существует форум. Да. Инициативы выдвигаются, площадки, проекты, вот механизм реализации, кто должен помочь, как это реализовать? Понятно, что можно придумать много чего, и это будет в столах пылиться, в проектах и лежать. Совершенно верно. Вы правы, что проектная инициатива должна иметь свою проектную команду, инициативных педагогов, инициативного директора. На этом строится, на желание директора, на создание проектной команды педагогов, которые постоянно учиться, потому что никакой инновационный проект невозможно воплотить в жизнь, не обучившись. В этом году мы запустили, в прошлом году мы запускали летательные воздушные аппараты, мы этому учились. В этом году Ардуино робототехника, мы 2 курса провели повышение квалификации для педагогов, с первых курсов не освоили, пришлось вторые организовать, потому что для того, чтобы идти вперед, в ногу со временем, нужно постоянно учиться, не все к этому готовы.
больше готовы молодые педагоги. Mm-hmm. И вот мы на конкурсе в этом году «Учитель года» в этом еще раз убедились, что две школы, даже не проектные площадки, педагоги преподают и робототехнику, при том, что один учитель математики, другой учитель физики, и при этом у них образование аэрокосмический, mm-hmm. университет, и они пришли в школу работать. Да, и вот, удивительный вот факт. Это совершенно замечательный такой пример, когда мы можем готовить вот инженерные кадры на новых технологиях, и поэтому любой проект – это инициативная группа, которая обучается, а потом она пробует что-то новое внедрить у себя в школе, создать, апробировать какую-то программу и поделиться этой программой, упражнениями, наработками с другими образовательными учреждениями. Ну вот в каких-то школах уже реализуются эти проекты, которые были вот изначально? Конечно, у нас реализуются проекты по нескольким направлениям. То есть около 10 школ у нас реализуют проекты, связанные с робототехникой. Угу. Наш проект... Уже 10. Да. Ну нет, это проект, который реализует школу, на самом деле, с робототехникой больше, а вот статус проектной площадки, который позволяет внедрять инновации вот в таком широком варианте робототехнику по нескольким направлениям. Mm-hmm. И беспилотники, и ардуины, и лего-конструирование, то есть это и исследовательские проекты. Вот ребята с аэромониторингом эко-каркаса, с проектом, они выезжали в Москву на научные конференции, ведущие вузы страны представляли уже итоги своей исследовательской работы Людмилы Борисовны. То есть, что хотелось бы сказать, что вот проектная деятельность у нас – это и проект «Пролет в будущее», и проект «Самара – наш дом», «Общий дом». Это проект на социальную активность, на волонтерство, на добровольческую деятельность, тоже на актуально. Подготовку к чемпионату мира. Да. У нас есть и краеведческие проекты, ЦВР «Парус» реализует, детско-экскурсионное бюро, школу юных экскурсоводов, фестиваль экскурсий. Дети готовятся к встрече, к чемпионату. Образование смотрит в будущее. Не то, что такое впечатление, что в школах сидят даже на уроках и учат там математика. Многие физика. Проекты в этом году педагоги назвали футуристические проекты. То есть взгляд в будущее. Ну, такие проекты на будущее. Да, да, вот. Да. И потому вот что, конечно. В данный момент у нас реализуется, например, замечательно, у нас есть свой портал онлайн, сам Вики. Там реализуются Вики-проекты. Но это особая такая технология Вики. Не вот, с Википедией связано? Ну, это как, да, одна из технологий Википедии. И что самое интересное, там могут реализовываться сразу множество проектов. И у нас там реализуется проект энергетический, энергетика будущего, технический лицей. Организуются краеведческие проекты. Учителями славится Россия. Мы в прошлом году реализовывали проект, собирали видеозаписи, видеофильмы дети сами снимали. Лучший учитель-поэт, воспоминания об учителях. А сейчас мы запустили проект, и на сегодняшний день можно посмотреть «Космос, Самара, новый виток». И 50 школ, участников, школьных команд, участников этого проекта, тоже футуристический профориентационный проект. Там все про космонавтику, все про заданиями творческими, заданиями такими профориентационными, работают команды и размещают. Знаете, вот это все, конечно, прекрасно, но здесь такая проблема материально-технической реализации проектов, да, потому что особенно то, что с робототехникой связано, там, это же нужно все материальную базу для того, чтобы реализовывать. Вот, знаете, победители могут претендовать на какое-то поощрение материальное, не знаю даже от кого, на поддержку проектов этих. Ну, вы знаете, должна сказать о том, что, конечно, в условиях сейчас достаточно сложного финансового обеспечения, тем не менее, Департамент образования выделяет ежегодно деньги на оснащение вот как раз тех площадок, которые занимаются робототехникой. И первые шаги, в общем-то, 4-3 года назад они были и по линии департамента, и по линии Министерства образования Самарской области. То есть это те первые звездочки, которые возникли на небосклоне вот Самарского педагогического сообщества, стали как раз инициаторами, потому наш форум называется «Форум образовательных инициатив», что мы представляем опыт лучших образовательных учреждений, которые были инициаторами. И основная цель этого форума как раз и состоит в том, чтобы этот опыт распространялся на другие образовательные учреждения, и все ваше образование вышло. Вы это поддерживаете? Вперед. Вы как-то свой опыт тоже можете распространить? Да, конечно. Но вот я говорю, надо с чего-то начать. Всегда вот мы ищем идею, потом рождается она вовремя, как говорится, всему свое время. Вот родилась идея, вот мы начали, мы поняли, что это надо, да? Департамент поддержал, дали нам средства для того, чтобы мы начали эту работу. Потом мы продолжили эту работу. Тут
получилось, подключились родители, которые увидели реализацию, которым это интересно. И вы знаете, и среди родителей, и родители, они откликаются на то, что интересно детям. Они помогают, мы смогли закупить следующие там какие-то наборы для того, чтобы детям было интересно. Да, да, да. А потом, вы знаете, сейчас вот так много различных есть вариантов, даже вот, которые можно купить в специальных магазинах, где вот я говорю, связано с робототехникой, это хорошо, но мы вот постепенно, отойдя от робототехники, вдруг мы нашли возможность приобрести специальные наборы, которые помогают детям освоить физику в технологии. Они начинают собирать эти схемы уже в 7 классе, у них там горит лампочка, у них там летает этот вертолет. Понимаете, это такой восторг у ребенка. И вроде это как и урок, и в то же время это вот за счет вот этой наглядности, вот за счет вот этого вот красоты, вот, которая придумана, идет усвоение определенных знаний. И я вот знаю, что вот эту вот, например, эту информацию дети в учебном материале получают в 8 классе. А когда мы в 7 уже им это запускаем, вот эту вот будем между игрой, да, между игрой и вот работой, в 8 классе я больше чем уверена, что эта тема пройдет вот на ура. То есть у детей, вот я говорю, главное не пугаться, главное надо начинать. Вот правильно сказали, команда, потому что вот очень хорошо, что вот у нас учителя откликаются на различные новшества. Вот, например, вот этот вот центр «Сириус», который в Крыму, да, там возник. В Сочи. И вот вы знаете, у меня вот сейчас уезжают туда 2 преподавателя, и там тема будет такая, именно исследовательская деятельность, связанная с компьютерами и с робототехникой. И вы знаете, они откликнулись прям вот на ура, потому что оттуда приехали у меня учителя математики, они приехали просто восторженные. То есть когда это идет подпитка еще, в городе подпитка, вот в России подпитка, какие-то идеи мы ловим. Понимаете, я думаю, что вот это все надо внедрять, это все надо делать, это все надо какими-то пути находить, потому что как только начинаешь, открываются различные новые двери, которые возможны. Вот у меня, например, такая мечта, что вот я хочу на базе лицея сделать центр робототехники. Есть возможность, в смысле, мечта есть, осталось только подумать, где, как воплотить правильно, потому что вот я так думаю, что все равно удастся. Я надеюсь, что хорошее, оптимистичное такое настроение, это всегда приветствуется. Скажите, пожалуйста, Татьяна Евгеньевна, а родители могут подключиться? Что должны знать родители? Потому что понятно, что дети в школе, это для родителей, ну, не загадка, но вот они представляют другое, абсолютно какое-то представление, ну, стандартное. А что должны знать родители о форуме? Вы знаете, мы знаем, что во многих образовательных учреждениях, когда проходят различного рода учебно-исследовательские конференции, когда ребята вот показывают опыт работы в различных робототехнических кружках и так далее, специально приглашаются родители для того, чтобы они видели то, чем занимается ребенок. То есть, потому что правильно Людмила Борисовна сказала, что родители, увидев вот эти успехи, они становятся соавторами, соинициаторами, и поэтому, конечно же, за этим будущее. Мы, проведя в этом году форум образовательных инициатив, пришли к выводу, что в следующем году мы, кроме педагогического сообщества, пригласим на этот форум еще и родителей заинтересованных, которые могли бы увидеть, чем живет образование, чем интересно то или другое образовательное учреждение, потому что это очень важно, чтобы родители становились именно сопартнерами, так сказать, которые потому что вот вкладывают деньги родителей в детей, там, спортсменов, артистов, с таких вот маленьких лет развивать, чтобы потом получать прибыль. Здесь же, пожалуйста, вот поле не пахано, если есть возможности, для такого продвижения специалиста, такого высокого уровня, то, пожалуйста, становитесь вот именно участниками этого процесса. Абсолютно верно, потому что многие родители увлечены этим, и они потом уже как бы очень хорошо отслеживают результаты своего ребенка и направляют его вот по этому пути. То есть, допустим, если они увидели технический интерес к техническим предметам, то затем уже родители понимают, что им нужно сделать, куда отправить своего ребенка, какую оказать помощь для того, чтобы у ребенка вот профессиональное его будущее уже выстраивалось, ориентация на это профессиональное будущее, начиная со школы. Да, вот все-таки как важно, чтобы учитель был профессионалом, футуристом.
хочется добавить, согласно нашей теме. Я хотела конкурсу «Учитель года» перейти, спросить у вас, Светлана Владимировна, на каком этапе сегодня городской конкурс, потому что он стал таким знаковым и прогремел на всю страну благодаря вот участию Сергея Кочерешки. Конкурс «Учитель года» — это один из профессиональных конкурсов в системе образования. Очень важный для нас конкурс. Конкурс, городской этап конкурса у нас только что завершились на прошлой неделе. Уроки и методические семинары, которые давали наши участники. Финал уже конкурса, лидеры определились какие-то, вот вы видите? Да, финал, значит, конкурс мы начали еще в декабре. Участники конкурса, были отобраны 16 человек, они нам показали визитные карточки. А вот сразу после каникул, значит, первая неделя, самые сложные были уроки, потому что дети вышли с каникул, а незнакомые учителя в незнакомом классе давали урок. Это была такая проверка. Очень интересно, что на конкурс в этом году 16 человек вышли опытные учителя, учителя с большим стажем, учителя, победители национальных проектов, учителя, которые готовят победителей российских олимпиад. Очень много молодых, талантливых педагогов, которые тоже участвуют в конкурсе. Очень отрадно отметить, что в этом году было 4 физика, один литератор среди участников конкурса, химик, биолог, 2 историка. Но в финал конкурса вышли 6 педагогов. Эти 6 педагогов 3 февраля на базе школы 132 нам продемонстрируют мастер-класс свой. А мастер-класс предполагает, что они научат заявленные технологии, заявленному педагогическому приему, научат педагогов города со сцены. То есть это такая, как, такой финал. И на этом финале члены жюри определят лучшего учителя года Самары. И в начале марта пройдет у нас ежегодная церемония «Лидер самарского образования», и мы узнаем, кто станет учителем города Самары. А вот 6 человек, которые у нас определились в результате финала, они выйдут и будут защищать честь города Самары уже в областном конкурсе. Скажите, пожалуйста, а критерии и конкурсы по отбору лучшего учителя, они как-то меняются? Потому что хочется все-таки, чтобы какие-то изменения происходили. Но меняются, знаете, на уровне российского конкурса, меняются даже сами конкурсные задания. В этом году впервые у нас было конкурсное задание «Методический семинар». Нужно было провести, до этого у нас было конкурсное задание «Беседа с учащимися», в этом году «Методический семинар». То есть меняются сами задания, меняется формат конкурса, меняются даже критерии. То есть вот творческая такая группа российского конкурса, она меняет это, а мы подстраиваемся уже под российский конкурс, целиком берем критерии российского конкурса. Ну, для нас интересно, что вот наш конкурс, например, в этом году показал, что вот у нас замечательные математики, физики. Город, а учителя такой младших классов не присутствует случайно? Ну, к сожалению, вот два учителя. В этом году не даже кто-то победитель был. Почему-то вот так происходит. Участвовали в отборочном туре, но не вышли в финал. Учителя начальной школы. Понятно. Есть над чем еще нам работать. Понятно. Вот я как раз, вот, Татьяна Евгеньевна, чтобы как-то закольцевать наш эфир, хотела бы тоже, чтобы вы обратились к родителям и какие-то дали советы по выбору образовательного учреждения. Вот как определиться, что делать, чтобы ребенок попал в правильную школу с хорошими педагогами? Какие-то советы, может быть? Еще раз напомнить, что нужно сделать 30-го числа. Вы знаете, во-первых, конечно же, наши родители, они сейчас очень внимательно следят за тем или другим образовательным учреждением. Рейтинги по тому, сколько там победителей олимпиад, сколько там 100-бальников, медалистов. Возможности есть, все это прозрачно, все на сайтах есть, и они, естественно, все это для наших родителей уже не диковинка, и они очень хорошо это понимают, и поэтому, конечно же, предпочтение дают тем образовательным учреждениям, где хорошие результаты. И отрадно то, что наши родители именно хотят попасть в такие образовательные учреждения, то есть они уже строят для ребенка, так сказать, будущую вот траекторию его движения. Но, знаете, я хочу вам сказать, вот немножечко, дорогие родители, в начальной школе, наверное, важно попасть не в хорошее образовательное учреждение, а больше к хорошему опытному педагогу. Поэтому, если ваша школа, которая находится рядом с домом, она вас устраивает с точки зрения педагогического состава. Спасибо. Мы услышали, опыта. Надеюсь, родители поэтому, тоже ваши советы. Поэтому, я думаю, совет. Это тоже нужно. Главное, что главный хороший педагог. Абсолютно с этим согласна и вы, конечно же. Я спасибо большое за то, что пришли, дали такую важную, интересную информацию. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.